Клево всем, друзья. Середина декабря. Зима. Большая часть водоемов края сейчас еще подо льдом. Да, у нас были небольшие морозы. Водоемы покрылись льдом. И вот решил приехать на озера Краснодара, погонять щучку. Ловить буду на ручку вот швабры. Ножками от табуретки. И на крупную резину. Надеюсь, рыбку поймаем, друзья. Так что смотрим до конца. Поехали. Погода намерзно пакостнейшая. Плюс 3 всего. Идет мелкая изморозь. Ветер с севера, северо-запад. Довольно холодно. Зато льда нету. Такой вот у меня тазик с приманками. Всякие джерки. Резина. Вот такого красавца один. Чуть погрызанный. Такого красавца один от Бастер Бандит Тайл, 83,5 грамма, тонущий. Вдруг сработает. Народу много, у всех пока тишина. Друзья, у меня сегодня три вида резины. Мелкая, длиной 20 сантиметров. Средняя, длиной 22 сантиметра. И крупная. Вот можно их сравнить. Вот сегодня мелкий разловленный щукой от полукилограмма до 10 килограмма. На вот такую крупную у меня только были поклевки, еще не реализовал. Вот, если какая-то будет сегодня активность, попробую сегодня такую резину разловить. Ловля на резину — это просто простая равномерная проводка с небольшими сбоями время от времени. Резину можно подгружать, чтобы ввести глубже. Холодно. Руки мерзнут по полной. Работа с мультом — это всегда мокрые руки. И очень не камильфо получается. Где-то свыше 3 градусов, если нету ветра, еще терпимо. Когда 3 и ниже, то уже руки сильно мерзнут. Народу много, пока у всех полная тишина. Как будто здесь рыбы нету, хотя ее здесь очень-очень много. У кого-то был тычок, у кого-то даже тычка не было. Ловим. Изморозь хоть прекратилась, мерзнопакостная. Друзья, сейчас, если получится, покажу. Мы ждем, когда рыба клюнет. А она не хочет клевать, от слова совсем. Вот он. Судак стоит. Вот он, прям под берегом. А ну-ка, достану его палкой. А мы ждем, когда рыба клюнет. Вот он, смотрите, поплыл. Поплыл. Когда только дотронулся до него, он поплыл, друзья. Друзья, рыба в полном коматозе. Судаки стоят у берега. В них тыкаешь, только тогда они уплывают. А мы пытаемся рыбу поймать. Вот так вот. Она в полном коматозе, рыба. Ничего ей сейчас, походу, не надо.
Пока ни у кого вообще ничего. Полный ноль. Так вот, второго судака встретил, который носом уперся в землю и стоит полутора в метре от берега. Это вариант так называемого сьюика. Другая приманка, ну, с тем же смыслом. Елочка на всплытии. Поклевки на нее получал, но пока ни одну не реализовал. Есть, ребята, есть, я и уговорил, ребятки. Вот на этот сьюик, так сказать, и села красавица. Вот так вот. Щука, рыба номер один до сегодняшний день у всех. Вот так, друзья. Вот. Небольшая, но рыбка. Тихо, 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 тихо. Вот такая вот красавица. Вот, пожалуйста, друзья. Есть. Есть. Вот такая. Где-то 200 кило рыбка. Такая красавица. Ну, беги. Хух. Раздраконил приманкой. Сьюики рулят, друзья. Ребят, вот такая приманка. Эта приманка работает по типу знаменитого американского сьюика для ловли трофейного маскинонга. На наших водоемах сьюики и их подобные приманки тоже шикарно работают. И отлично ловят крупную щуку, притом очень часто именно трофейную щуку ловят на них. Приманка работает как обратная пила, то есть нам нужно мощными рывками загнать ее вниз, там 1, 2, 3 оборота, и потом медленно она вот так вот всплывает. Опять мы загоняем, медленно всплывает, загоняем, медленно всплывает. И вот на это она имеет очень сильное лобовое сопротивление, приманка, поэтому загоняется очень тяжело. И создает очень зверские колебания, очень сильную волну. И щука поднимается с 5-6 метров за такими приманками. Именно поднимается со дна, с коряжников и на всплытии, когда она покачивает боками, ее берет. Вот что сейчас и произошло. Продолжим, надеюсь, получится еще поймать. Американцы на сьюике ловят длинными палками. 2,70-2,80 с очень большим тестом, чтобы можно было сильно продернуть, сильно ее загнать. Потом на большие сьюики он 1,5 раза больше, с большим сопротивлением. И ловят трофейного маскинонга. Друзья, собрал второе удилище, собрал на ней оснастку дропшот, попробую покидать, может что-то будет на дропшот. Рыба в полном коматозе, 10 человек на водоеме, на всю эту компанию было поймано 2 щучки, 2 форели, все, больше ничего.
Оп-оп-оп-оп. Есть, ребята, есть. Дропшот сработал. Опа-опа-опа. На дропшот что-то всадил грязя. Что-то и неплохое. Кто там, а? Кто там такой на дропшот у меня? Ой, как давит. Ой-ой-ой, честно, на судака похож. Оп-оп-оп. Оп-оп. Или щука хорошая. Щучка. Вот так вот, ребятки. Рыба есть, но она в коматозе. На слаг дропшота вот соблазнил рыбку. Ну, бойкая какая, а. Какая же она бойкая. Давай, подходи. Села без удара, просто повисла, ребят. Фух. На дропшот взял. Уже джерки гонял, одну взял на джерки и больше ни одного поклевки. Вот такая красавица. Такая вроде 2 килограмм. Дропшот скушала, ребятки. Так что рыбка есть, только клевать не хочет. Вот такая. Палец резануло, глубоко засунул. Чуть-чуть. Ну ничего. Оп-оп-оп-оп-оп, есть рыбка, есть. С ударом села, как положено. И кто там в этот раз? Пока мне все нравится, ребята. Офигеть. Ну так вот. Рыбка стоит вся придавленная ко дну. Очень неактивная. Кто это в этот раз? Тоже щуренок. Щуренок небольшой. Но щуренок. Ребятки, дропшот рулит. Смотрите, неактивная рыба. Совершенно неактивная. Предстоит придавленная ко дну. И вот уже вторая на дропшот, друзья. Класс! Не знаю, почему у нас в Краснодарском крае дропшот не сильно развит. В
Но снасть очень уловистая, особенно по холодной воде, по неактивной рыбе можно творить черное. Что-то взял, ребятки. Кто-то у меня всадил небольшой. Щучка. Дропшот рулит. А, сошла. Сошла щучка. Сошла. Сошла, не без... А? Щучка, сошла. Ну что, друзья, день заканчивается. Ну, еще чуть покидаю часик. Очень холодно. Очень холодно. И, возможно, вчера было в районе 10 тепла, сегодня 3 тепла. И, возможно, это и придавило рыбу. А, сход. Сход на джерк, ребятки. Сход. Не без этого. Ну что, друзья, закончилась рыбалка. День короткий, зимний. Получил 6 поклевок. 2 на джерке. Одну реализовал, одну нет. Вторая был сход. И 4 на дропшот. Одну из 4 это форелька. Минут 10 покидал на форельку. Собрал тонкую снасть на дропшот. Поставил сетопную резину и получил одну поклевку. И 3 щучих. 2 реализовал. Самая крупная рыбка была двушечка. И одна сошла. Все. В принципе, если не считать парнишку, который в районе 5 форелек садил, по поклевкам, по рыбе, за сегодняшний день у меня был лучший результат. Дропшот рулит. По щуке работает отлично. По вялой щуке работает. Жалко, не смог соблазнить судачка сегодня. Ну, ничего, в следующий раз. До новых встреч, друзья. Пока!